Мы же все задания выполнили. Сейф? Какой сейф? Вы что, опять все разбросали? Так, немедленно убирайте игрушки за собой. Не хотим. Не хотим. Ну вообще, что за вредные детки? Поели? Тогда давайте убирайте с собой посуду. Не будем! Не хотим! Ну что за вредины? Да что это такое? Они что, еще не сделали уроки? Так, дети, хватит играть! Быстро делать уроки! Нет! Отстань! Да как с вами разговаривать? Какие же вы вредные, а? Какая? Что случилось? Да они вообще не слушаются! От рук отбились! Что с ними делать? Подожди, кажется, у меня есть идея. Дима! Диана! Дима! Диана! Лего-ниндзя, вы настоящие? Нет, это... Как его? Это сон! Да, если вы нас видите, значит вы очень крепко спите! Вы хотите получить третий сейф? Да! Тогда вам нужно выполнить наше задание! Мы готовы, какие? Убрать игрушки, помыть посуду, выучить уроки и вымыть мою машину. Что? Какую машину? Никакую. Просто убрать игрушки, помыть посуду и выучить уроки. А теперь спите, спите, спите. Дан, ты тоже видел этот сон? Да. Надо приступать к выполнению заданий. Какое первое? Убрать игрушки. Помнят, пошли игрушки убирать. Пошли. Помыть посуду? Поняла! Пошли на кухню! Пошли! Все! Что дальше? Выучить уроки! Уроки! Пошли! Сейф? Какой сейф? А, следующий сейф вы найдете. Ничего себе, сколько бабла!
Дим, это не настоящие деньги. Это картинка. Бабло, наверное, внутри. Давай откроем. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дидика ТВ. И жили они долго и счастливо. Ну все, Димуля, давай не балуйся. Ложитесь спать. Сладких вам снов. Дима, ты отлично справился с поиском первого сейфа. Следующий ты найдешь там, где ходят поезда. Пароль 3-3-2-2-3-3. Удачи тебе. Мама, мне прислали звание Ниндзяго, и они подсказали, где еще один сейф. Сейф? Дим, сколько можно идти? Мы уже все обходили. Где эта железная дорога? Да вот! Железная дорога! Диан, мы пришли! Пошлите скорей! Так, аккуратно. Смотрим по сторонам. Так, надо еще понять, куда они могли спрятать этот сейф. Да вон какая-то остановка. Пойдем туда. О, отлично, пошлите. Первый пошел. Дим, ты про эту остановку говорил? Да. А какая-то развалюхина, тут ничего нет. Ни на крыше. А здесь вообще и подавно. Так, это не подходит, надо искать в другом месте. Дим, не лезь на край, можешь упасть. Куда? Вон там какой-то сейф. Где? Аккуратно. Аккуратно. Опасно. Он еще тяжелее, чем в прошлый раз. Так, пока нас никто не заметил, скорее побежали домой. Скорее, скорее, скорее побежали. Давай, вспоминай пароль. Какой был пароль? Пароль 3-3-2-2-3-3. Вспомнил. 3-3-2-2-3-3. Ничего себе, сколько бабла! Дим, это не настоящие деньги. Это картинка. Бабло, наверное, внутри. Давай откроем. Так. Это что такое? Это красота! А еще что здесь? Ничего себе, сколько! Да здесь денег хватит на все, что мы захотим! Поехали в магазин? Поехали! Помчали! Кота с собой возьмем! Пошлите! И деньги! А, деньги, ё-моё, точно! Пошлите, скорее, побежали! Подписаться на канал и поставить лайк. Понравилось видео? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал Дидика ТВ. Ведь на нашем канале самые крутые ролики. Не веришь? Проверь! Выбирай видео, которое будешь смотреть дальше.